Оборотная сторона события встречи. Эпиграф. Событие приходит ко мне, поскольку я прихожу через него к себе. Клод Романа. Ко мне пришло событие встречи. Тихо и спокойно, на голубиных лапках. Прошелестело за дверью, захлопало крыльями и прошмыгнуло в комнату, стало клевать крошки с неубранного после завтрака стола. Не успела я присесть на стул напротив него, как в дверь настойчиво позвонили. На мой недоуменный взгляд событие проворковало вдруг человеческим голосом. «Пусти, пусти, не пожалеешь, все свои!» Распахнув дверь, я обнаружила на пороге нескольких мужчин. «Они со мной!» — раздался голос с кухни. Я испытала шок, поверглась ниц в беспамятстве. «Постой! Я думала, навстречу ты приведешь единственного, одного. Как это понимать?» «С кем встречусь я?» «Мне все равно», — оно проворковалось спокойно, безмятежно. «Как так? Ведь это невозможно. Мне важно, кто и с кем. А мне не важно событие в ответ». Вот это да! Я снова верзлась вниз в беспамятстве. Другой — лишь элемент стены, декора, ситуации, пейзажа, но выделенный из нее как человек. А кто он и какой? В глазах события не важно. Его задача — привести меня ко мне. Ну а другой пусть ждет свое событие к себе. Таков вердикт, произнесен событием моим, был мне. Оборотная сторона события встречи.